чуть-чуть усложняю. Заднюю гору снабжаю теневыми. Но смотрите, не переусложните вы, потому что если с первых жестов получилось неплохо, то и не надо трогать. Ухода актуально. Змейка ухода создает уход в пространство и само пространство. В общем-то, все. Если есть какие-то вопросы, задавайте. И на сегодня закончим. Можно ли туман сделать цинковыми белилами? Чистыми белилами ни в коем случае. Цинковыми. Ну и что? Вот смотрите, что такое припачкать белилами? Вот я сказал припачкать. Вот я, допустим, сиреневым, да, вот допустим, я взял некий сиреневый. По сухому, кусок палитры сухой, буквально вот припачкать, видите, она прозрачно ложится. Может быть, даже вот так пальцем помочь создать туманность, вот такую туманность. Я думаю, понятно, да? Видно, да, что, видно. Что произошло? Угу. Уважаемый Игорь, вы больше любите начинать картину или заканчивать? Раньше любил начинать, сейчас поровну. Когда еще плохо умеешь, хочется начинать и начинать. А когда получше умеешь, хочется доделать вещи. Простая задача на самом деле. Вот инкрустация, что называется, инкрустация краской. А фантазировать можно все что угодно. Это ж можно растянуть в ширину. Эта гора могла бы как там уйти больше под верх. Конфигурация вот этого пятна могла бы быть любой. Главное, чтобы к ним спускались вот эти утюги, горные утюги. Вот, так что композиционно можете и так, и сяк. Вот, пожалуйста. Пишите, пробуйте инкрустировать краской. То берем, это будут ее посохшие места или попадания.